очень горячий, приходится одевать перчатки, потому что сама емкость, она на вытяжку. Ну, разные программы, там много программ, но это самая долгая программа, 3 часа. С одной стороны, немного не взошел. Ну, это бывает перебой в сети, программа сбивается, начинает заново работать. Бывает, если дрожжи не подходят. Очень переживал за сына, за свою семью переживал, что может плохо все закончится. Проехал домой, дал 5 минут на сборы. Машину все кинули и уехали. Хлеб я еще когда дома жил, в Красноуральце, когда с семьей жил, я все время хотел иметь хлебопечку. Ну, хотел домашний хлеб, чтобы ни мази не покупали. Ну, так сложилось, что дом находится в Красноуральце, семью вывез, семья в Каменском. Я сам на работе здесь. Ну, жена с сыном решили подарить мне хлебопечку, о чем я мечтал. Питаться где-то надо, сами приготовим хлеб, спечем, что-то приготовим, на казане там приготовим, то солянку сделаем, вчера плов делал. Ребята приезжают с эвакуации, Белый Ангел приезжает с эвакуации из Красногоровки, приезжают, зашли, голодные отрезали, поели. Вода 375 грамм, можно молоко, сахар, обыкновенный сахар 30 грамм. Соль, если каменная, то 15 грамм, если экстра, то грамм 8 соли. 7 грамм обыкновенных дрожжей. А, 600 грамм муки, самое главное. Либо печка. Сразу заливаешь молоко или воду, добавляешь чайную ложку масла подсолнечного.